Солнце не светит каждый день. Бури будут приходить. Бывают времена, когда ночи будут длинными и темными, и вы будете в полном одиночестве. Будут времена, когда покажется, что тьма поглотит все. Но не позволяйте ей поглотить вас. Иногда вы делаете незначительный прогресс. Иногда вы вообще не добиваетесь какого-либо прогресса. И эта сложная ситуация заставляет вас захотеть остановиться. И в итоге вы узнаете, вы не можете остановиться. Когда вы попадаете в сложные ситуации, вам нужно сделать следующий шаг. Вы должны продолжать двигаться вперед. Я знаю, что мы сейчас переживаем довольно сложную ситуацию в различных аспектах. Сделайте следующий шаг. Продолжайте двигаться вперед. Единственный способ преодолеть трудности, с которыми вы сталкиваетесь, это начать идти. Каждый день вставайте. Делайте этот шаг и начинайте идти. Даже в самые темные времена, даже в самые сильные штормы, даже когда солнце скрыто и весь мир рушится, тьма не может погасить ваш свет. Вас, вашу волю, вашу решимость, независимо от того, что происходит, независимо от того, насколько тяжела ваша борьба, пока вы продолжаете бороться, вы будете побеждать. Только сдача является поражением. Только сдача является концом. Потому что тьма побеждает только если вы ей позволите. Не позволяйте тьме победить. Сражайтесь. Боритесь. Сражаться с тьмой значит побеждать. Так что сражайтесь. Жизнь полна боли. Это везде. Боль поражения, боль разочарования, боль проигрыша, боль неудач, боль критики, боль неприязни, боль, боль, боль. Это называется жизнь. Но знаете что? Без боли нет успеха. Будут происходить вещи, которые вы не можете контролировать. Худшее, что вы можете сделать, это позволить чему-то, что находится вне вашего контроля, контролировать вас. Получите контроль над собой, над своими эмоциями. Не сердитесь, не расстраивайтесь. Вместо этого сохраняйте спокойствие и подумайте, как вам двигаться вперед. Вы ближе, чем вы думаете. Вы близки, и дьявол сказал, да просто разводитесь. Вы близки, держитесь, вы близки. Вы собираетесь бросить учебу, вы зашли слишком далеко, у вас нет ничего, кроме двух кредитов, держитесь. У вас трое детей, вы не можете все бросить, держитесь. Это шестой раз, когда я сдаю тест, значит вы сдадите седьмой, держитесь. Вы должны извлекать что-нибудь из этого ада, который вы прошли. Я с кем-то разговариваю. Вы должны получить восторг, вы находитесь в сотне ярдов. Вы находитесь в сотне ярдов. Вы можете видеть это на расстоянии. Вы можете видеть это на расстоянии. Вы близко, не сдавайтесь. Ты близок, брат, держись. Мне не нужно, чтобы вы больше думали об этом. Вы слишком много думаете и анализируете. Вы отговариваете сами себя. Ой, я не знаю, сработает ли это, я пробовал, но не вышло. Просто продолжайте двигаться. Мне нужно, чтобы вы усвоили для себя, что проиграть — это просто сдаться. И мне нужно, чтобы вы продолжали идти. Не позволяйте внутреннему голосу сказать вам, почему вы недостаточно хороши. Игнорируйте этот голос и все подобные голоса. Не оценивайте возможности того, что вы можете сделать, исходя из обстоятельств. Потому что обстоятельства не определяют, кто есть вы. Не важно, сколько вы совершали ошибок, не важно, какое количество денег вы потеряли. Я рассматриваю это только как вложение в то, что вы узнали из жизни. Не останавливайтесь, когда устали, останавливайтесь, когда закончили. Останавливайтесь, когда вы отсоревновались, когда вы выполнили все. Здесь вы начинаете отделять успешное от неудачного, только потому, что написано «испытание на упаковке», или «беда на упаковке», или «боль на упаковке». Не означает, что внутри нет благословения, и большинство из вас разворачивается, когда видят боль. Но кто имеет правильную точку зрения, мы приближаемся, когда видим надпись «боль». Когда мы видим испытания, невзгоды, мы не сдаемся и не отступаем. Мы знаем, что благословение находится внутри.
и мы не сдаемся, мы не отступаем, мы не останавливаемся. Мы видим по-другому, у нас другая точка зрения, поскольку наша точка зрения другая, наши результаты другие, наши награды другие.